Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном MacBook Pro мы будем менять аккумуляторную батарею по причине того, что он быстро разряжается. Приступим. Необходимо снять заднюю крышку, для этого необходимо открутить задние винтики. Снимаем заднюю крышку. Далее нам необходимо открутить винты аккумуляторной батареи, после чего отсоединить аккумуляторную батарею от печатной платы. Приступим. Вынимаем аккумуляторную батарею и отсоединяем ее от платы. Теперь устанавливаем новую аккумуляторную батарею. И собираем ноутбук в обратной последовательности. Показали, как меняется аккумулятор на батарее на MacBook Pro. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!